Авторском радио. Он где бы замерз за день. Ходил. Мешал тебе спать? Нет, не мешал, я просто проснулся. А чем не спал? Холодно. Чем не спал? Ты что, обалдел? Конечно, нет. Если Кирилл, пока мы с Настей в отношениях, если он действительно будет приставать, то придется его наказать. Но если Настя это будет поддерживать, то я открещусь. Я не буду навязываться никому абсолютно. Я знаю себе цену, либо человек со мной, либо если он хочет, если у него есть какие-то левые мысли, то пусть он идет с левыми мыслями налево просто. Ты ж ты пойдешь? Не, я боюсь держать. Давай, немножко. Давай боковой. Да, может. Кирилл этот. Я говорю, ты что, ты думаешь, за мной сейчас будешь здесь ухлёстывать? Я побегу с тобой, что ли? Нет, я буду общаться. Чтобы ты поняла, кто на самом деле лучше. Я только буду общаться. Не, ну, давай. Ты поняла. Я задачу поняла, значит, надо понять лучше. Он забавный, конечно, очень забавный. Привет, Диан. Привет. Привет. Как вообще я спалась-то? Блин, он замерз всю ночь. Ты всю ночь ходил, кофту одел. Свет включит. Смешно, видимо, спалась. Да никак. А ты где сегодня ночевал? Розовый. Розовый? Да ладно. Да, я пришел вечером. Пошел нахуй. Ба-ба-ба. Мат у меня трехэтажным покрыл. За что? Я хочу спать. Я не знаю. Она сказала, что типа она как выпила, и когда выпивает, у нее типа крыша сносит. Ну, планк съехал у нее, я тут при чем, что буду терпеть, когда мне поливают, что ли. Я его пей, спи и ушел. Вы поссорились, что ли? Из-за чего? Посохались. Да не за чего. Просто так? Просто тогда. У меня бывает такое, если я выпью, мне хочется поссориться с кем-нибудь. Демид спал отдельно. Почему он так сделал, я не знаю. Я с ним не ругалась. Ну, может, я ему немножко нагрубила, и он обиделся. В принципе, он ничего такого не делал, за что я там накричала на него. А тебе Кирилл нравится? Он так симпатичный. Ну, а Демид лучше? Я не сравниваю людей. Что, новая девочка придет, да? Сейчас пойдет вторая дядя. Че пойдет? А мне кажется, нет, придет какая-нибудь такая. Дина уже пришла. Миловидная. Мне кажется, Дина высокая пришла. Какая-нибудь придет. Худая, Дина худая. Пришла высокая. Высокая, худая не придет. Высокая, почему? Худая, стройная. Потому что была. Мне не нравятся высокие худые. Так, сегодня у нас новая девочка. Как вы думаете, кто сегодня придет? Красотка какая у меня. Только как у меня не будет. Придет девчонка. Придет. Потому что блондинка-то, может быть, даже твоего типажа придет. Нет, если девушка сегодня придет, ну вот у меня прям чуйка, что в очередной, в 150 какой-нибудь раз, к Стафу. Да. А вот, Настя, вот сейчас придет какая-нибудь такая реально твоего типажа, как понравится Стаху, да, как пригласит. Диана, вот ты сейчас говоришь, ты стебешься? Открытым текстом. Все может быть в нашем доме, в нашем Слушай, доме. Слушай, но это знаешь, что понятно? Понятно, что может быть флирт, но он от Насти никуда не денется. Это 100%. Сделаем типа, запланируем, типа, девчонка привела. Давай. Сразу всех взяла. А, будем спрашивать, да спрашивать? Типа, сейчас, да. Типа, Вот это. Что там? Девчонки, встречайте. Идите знакомьтесь.
Девка пришла? Ну, а, я думаю, что не, никогда парень такой приходит, такой... Суки! Они специально разбили, конечно. Еще. 1-0 играет дальше. Развели, да, вас? Развели? Да. У нас просто... Как девочек. Слышишь? Ребят, ну пипец. Не знаешь, что приснилось сегодня? Я иду, короче, куда-то туда. Ты стоишь в туалете. И крик такой. Блин, да ладно! И стоит лицо. Вот там, наверху, на самом. Стоит блондинка. Кудряшки, кудряшки. Здесь волосы убраны. Привет, Настя, привет. Блин, ну когда же все начнется? Как будто мы их только что не наебали. Как будто ничего не произошло. Сидят, обсуждают какую-то хуйню. А кто там еще прибежал, кроме Дины? Да, я там за колонной не еду была, не он выглядит. Не до вчера их, да, было? Да, две, наверное. Ну, Жек, наверное. Нет, Жек, я Жек, не сидела, как сидела, так сидела. Да, она до сих пор не поняла, что произошло. Кто? Женька. Но она сидела, рассказывала свою историю. Бог, как да. бы. Это главное. Да, она говорит, так, тихо, не хлопать, историю. Я рассказываю историю, подождите, потом будете хлопать. Сейчас она подумала, что это ей хлопают. Сейчас придет моя мишенька. Ничего. Столько их уже приходило. Мне сегодня очень крутая придет. Да? Правда? Твой типаж как раз. Кто тебе сказал? Да я не хочу. Ты же знаешь. Я же типа знаю, Жени, что... Типа Жени, что? Что типа Жени? Что? Что я типа Женя. Что Женя? Ты сейчас начал говорить. Я говорю, типа Жень, говорю, почему я Женя? Куда руки? Нет, серьезно, разминайте. Ноги в сторону. Сюда. Кирилл такой, знаешь, забавно. Не реально, вот, когда он типа, танцы вот. Угу. Вот так. Задача Кирилла вывести его на чистую воду. А может, да, реально постепенно. Ну, как бы не представляешь, а вот как бы завершишь, что он тебе нравится. Нет, я с Кириллом. Слышишь? Знаешь, как можно? Ты там скажешш так, стоп. Слушай, а тебе не кажется странным, что Настя начала действительно интересоваться там Кириллом, начала так как бы плотно общаться? Ну, имеется в виду, там, ну, интерес у них общий, знаки внимания, еще Звала там. Звала его все эти покои, разу. Да. Ты прям, если вдруг это вечером скажешь, или завтра утром, и посмотрим его реакцию. Он будет такой, я же так и знал. Только не Роме даже не говори. Это наш с тобой маленький секрет. И мы потом поржем с тобой. Кирилл, иди к нам на секунду. Ну иди сюда! Ну, пожалуйста! Я опять лег в позу Аполлона. Остап обернулся. А не взяла, Кирилл. Кирилл очень спокойный человек. Он или боится, или на самом деле просто для него это игра, что ему действительно какие отношения нужны, чтобы он не говорил. Мулатки-шоколадки, вы там нас плесничали, напридумывали планов, надумали, а теперь надо мной угораете. Ну, чего? Поговори со мной. Говорю. Все? Поговорили? Ну, Кирилл. Ну, чего? Я на полном серьезе. О чем? План захвата. План захвата? Давайте. Кого захватывать будем? Тебя. Меня? Мы там придумали. Ты же сам сказал, что не план. Да ну, не по поводу же.
захват на меня. Ты не против, если я тебя захвачу? Боюсь узнать, как ты это сделаешь. Ты боишься против меня? Да. Ты боишься? Ладно. Мне кажется, ты не оправдываешь свои поступки. Все, как скажешь. Ладно. А это очень плохо. Хорошо, что я сейчас боюсь, а не ночью. Да, я к вам сейчас подойду. И ко мне потом. И к тебе потом. А? В индивидуальном порядке. Как скажешь, конечно. Нет, мне сказали. О, письмо. Фоточки. Давай. Давай, давай. Микарта? Микарта? Какой Микарта? Да, давай. Чего Микарта? Ему Микаке. Тимур? Только не по слогам. Тихо. Давай, читай слух. Очерк нереальный. Я хотеть вам... Вот реально, я читаю дословно. Я хотеть вам на то-то маить, что завтра... Напомнить. Ну, я буду читать, но да. Все поймут. Что у сеньоры Жанны день рождения. Я предлагать вам поехать в город, возможность заработать на подарок... Да! Давай подсказку. Мексиканский человек очень любит песню. Особенно гитара! Место... Круто! Марина Малро. Место машина мало. Машина мало. Сеньор Тимур возьмет с собой 5 амигос. Амигос... А, это пацанов! 5 пацанов! Нет, амигос это друзья! Амигос это друзья переводится! Амиго это друг! Амиго это друг из испанского перевода! Это 5 друзей! Тимур! Тимур, возьми собой пятерых амиго! Диану, она зачитает рэпак! Меня! Объективно, да, вот если посмотреть, нам заработать на подарок. Ну да, вам надо песок, кто поет. По-любому это будет Сав, как бы понимаете сами. По-любому это будет Женя. Да, Дина. Где, я так понимаю, что это будет улица, и нужен трэш. В любом случае, нам тогда нужно взять Рому, чтобы он там танцевал бы да, с понятными штанами, Диану, присадку, и ты как раз будешь бегать с шляпой и собирать деньги. Да. Диану, возьмите! Так, Диану, раз, чё? Два. Малыш, ну я тебя не смогу, правда, взять. Нормально. Давай, Диану. Диану надо взять. Короче, тоже, вот по-любому это Женя. Рома, Женя, Диана, я это и все. Получается, раз, получается два. Вот так вот. Раз, два. Три. Хотелось бы, конечно, Динку тоже взять. Еще двоих. Подожди, посмотри, еще два человека. Раз, два, три, такой, еще два. Ну... Дину. Ой, Дину, в смысле, без меня. Что? Без меня пять. Ты хочешь поехать? Ты будешь принимать я какую-нибудь поеду. Часть? Я могу петь, танцевать. Ты будешь я здесь, я хорошо танцевать будешь? Я здесь очень хорошо. Не, Настюха, ты как хорошо, реально, она отдохнулась очень мне, хорошо. Значит, да, Дина, ты едешь вместе. Какая подача? Твоя. Ничего, все нормально. Какая подача? Скажи. Нет. Абсолютно объективно просто. Я понимаю, я прекрасно все понимаю. Абсолютно объективно, нужны люди, которые будут зарабатывать. Нам нужны люди, которые будут зарабатывать деньги. Хорошо, Став, я здесь хорошо. Какая подача? О чем мы так не так сказали? Я не переживаю, я много пережил. Зачем я что-то переживаю? Ну скажи мне, чтобы я знал. Да, мне было обидно. Он мне сказал, что Настя, ты не умеешь ни танцевать, ни петь, ничего не умеешь. Хотя совершенно наоборот. Просто человек, наверное, не спрашивал меня о каких-то вещах. Чему вот эти обиды, Настя, скажи? Я на тебя не обижаюсь. Нет, ты начинаешь мне говорить, что не переживай. Я абсолютно не переживаю. Да, ты начинаешь заново, еще раз. Я не начинаю заново. Песенку не надо. Какую песенки начинаешь ты, понимаешь? Я ничего не начинаю. Просто реально брать надо людей, которые могут сделать шоу. Я понимаю, ты кому это говоришь? Мне говоришь, я все прекрасно понимаю. У Жанны день рождения, и мы набирали вместе с Тимуром. Вот, и мы взяли тех людей, которые действительно... должны были поехать, чтобы заработать как можно большую сумму. Ты прекрасно проведешь время. Я за тебя не общаюсь. Мы сейчас не едем не гулять по городу, понимаешь? Погуляем, мы с тобой еще целую жизнь, если есть желание. А вот эта фраза «за себя не ручаюсь», значит, проблема в тебе. Но не ручайся, значит, нет больше отношений между нами. Если ты просто сейчас мне скажи, ручаешься ты или не ручаешься? Если ты не ручаешься, следовательно, я не могу быть уверенным в тебе, и мне такие отношения не нужны просто все. Я устал уже, ты чевер, правда. Мне не нужна эта девушка, которая не несет за себя ответственность. Вот. А на какие-то провокации, если это провокация, я не собираюсь поддаваться, понимаешь. Я не тот человек, который будет насильственно принуждать, заставлять девушку находиться рядом со мной. Я уверенный в себе человек, и найдется та девушка, которой мне не придется объяснять. Почему как я ты, реагирую как, на момент, как ты будешь... смотришь Анне в грудь, при мне, при Демиде, и думаешь, какой же у меня все-таки размер, пятый или четвертый?
Если мне человек не уделяет внимания, значит, я буду внимание искать на другой стороне общения. Спасибо, что пришел. Я не хочу сидеть на одном месте, молчать. Я ничего не запрещаю, делай, что хочешь. Будешь еще как-то пытаться там вызвать у меня ревность к Демиду. Какую ревность? Последнее предупреждение. Все устали уже. Почему если все? Я хочу поспать еще полчаса. Ты этого не понимаешь? Спи сколько угодно. Правда, спи сколько угодно. Почему не все? Если ты хочешь подходить за своим жилетом, я не буду. Если тебе не мешает... А ты его обложила ни за что вообще, не прошло, просто парень. Спасибо тебе, что ты на него сгорел. Зашибись. Если ты хочешь извиниться, извиняйся. Я должна извиняться? Мне кажется, это ты должен извиниться. Ты можешь себя никак не вести. Я стою и достойно и показываю о том, ты что никак не без разницы, кто с тобой что живет, у нас с тобой отношения. А вот как? Тебе ведь без разницы. Хорошо. Да, пожалуйста, я говорю, дверь открыта. Я говорю, я тебе всегда говорю, что дверь открыта, она открывается в эту сторону. У меня действительно было бы, есть к тебе какие-то чувства. Но я тебе говорил еще вчера, что происходит то, что эти чувства куда-то ушли, понимаешь? Мне действительно скучно и грустно было последнее, и тебе тоже. Ты не слушаешь меня. И я всегда говорил о том, что мне не важна картинка, ты очень красивая, да. И действительно мне хорошо было с тобой. Мне нужен тот человек, в котором я буду видеть себя, который будет слушать меня и прислушиваться ко мне, а не провоцировать меня в том, что я там не ручаюсь. Но это последняя, да, ситуация. Ну, просто вырвалась у меня даже, такая ситуация. Даже мне действительно обидело немножко, что ты вот так это преподнес меня. Что я преподнес? Что я тебе преподнес? Ничего, все хорошо. Как бы я не хочу сейчас затрагивать то, что вы сейчас уезжаете. Ладно. Мы берем гитару, мы садимся писать песни. Ты никогда не садишься с нами. Хорошо. Мы всегда это делаем вместе. Приходит Демид, приходит даже там, я не знаю кто. Все ты приходят. Ты меня позвал? Ты мне сказал, я пошел писать. Все, я тебя не отвлекаю. Нет, ты никогда не приходишь. Ты не ответил. На какой? Тебе нужны отношения. Здесь. Ну, может быть, потом. И еще потом. Нет, не нужны. Значит, мы с тобой расходим. Да. Правда? Правда. Все. Спасибо. Я правда не хотел, чтобы все так получалось. У меня нет к тебе на данный момент никаких чувств. И последние две-три недели мне было очень сложно рядом с тобой. Только потому, что я все это начал, и мне просто было банально трудно и тяжело в какой-то степени. Я чувствовал свою вину о том, что я обманываю тебя. Почему ты не мог об этом раньше сказать? Почему ты? Потому что я... Мне такие слова, что я тебя люблю. Мне... сексом. Да. Часто мне говоришь. Ты знаешь, я влюблен в тебя был, действительно. Сейчас ничего нет. У меня... Никакой влюбленности нет. Практически ничего нет. Не хочу больше здесь оставаться. Не хочу. Я хочу к маме с папкой. Я вот действительно тебя полюбила. Не любишь меня. Ты правда. Меня любили, я знаю, что это такое. Ты хорошо, малыш. Это не конец света. Ну, может быть, это, конечно, моя ошибка, что я вывела его на такой разговор, задала напрямую вопрос. А что я могу сделать? Я не могу привязать человека к себе. Не могу какие-то там вещи делать, надоедать ему. Я считаю, если мы будем разговаривать, то поговорим через какое-то определенное время. Когда я успокоюсь, когда я не буду плакать, там, переживать. Ой. Туристы. Может, пойдем просто тупо пойдем в бар? В бар. Будем приставать к туристам, у кого есть деньги. Туда? Потому что здесь нам не дадут, туда. Даже Жанне на носки не кладут. Да нет, да. Нет, смотри, Стас, я думаю, пока попробую здесь, а у нас времени много, поэтому... А куда класть? Дайте мне что-нибудь куда, чтобы я тоже собирала денежки. Вот туда. Сюда, сюда. Давай. Эй, Мексика! Давай! Come on! Come on, everybody! Денег
не добьешься. People! Come on! Oh. There she comes! Кто-то проходит мимо под палящим солнцем на тип половину. Каждый зарабатывал деньги как мог. Я читал рэп на русском, периодически говоря «I love Mexico». Я надеюсь, что местные познакомились с моим творчеством. Когда мы стали в машины, это не смотрелось прям вымогательством. Если Став подошел к машине это не... и своим угрожающим видом посмотрел на водителя, это не значит, что он хотел взять деньги силой. Он хотел взять деньги миром и любовью, музыкой. Став, тут еще много машин, пойдем! Цель здесь была в основном это, конечно, танцевать, как и всегда, привлекать внимание мужчин. Я думаю, что этот костюм помог набрать нам лишние деньжата на подарок Жанне. Что случилось? Давай, попей, успокойся. О чем хочешь поговорить? Ни о чем? Смотри, вон там, в рамочке, какая красивая девочка, она сидит веселая. Сука, ебать. Все, все, все. Ты сильнее и красивее всех, все. Давай, успокойся, ты хорошая девочка. Ты не должна плакать. Из-за чего-то или из-за кого-то. Ну, все образумится. Че вы, со Ставом что-то не поладили? Ну, все же люди ссорятся, Настя. Ну и чё, и сейчас, и чё, он подошел, и чё у вас? Просто поговорили и разошлись, всё. Ох, разошлись. Как вы можете разойтись? Я хочу сказать, что он мне сказал. Я хочу, после чего я просто хочу собрать вещи и уехать домой, к папе. Ласненько, ну не плачь, Настюш, не надо. Настюшка, ну чего такое? Ну, я такие... не могу жить с человеком в одном периметре, зная, что между нами вообще что-то было, что там я человека полюбила, влюбилась, что, знаешь, такая... А ты за месяц полюбила и влюбилась? Да. Представляешь, здесь у меня детей как три. Здесь у меня месяц как полгода. Ну как же так быстро разлюбила? Я-то не разлюбила, понимаешь? Я-то не разлюбила, я не хотела, чтобы вот так происходило. Ну, а кто разлюбил, он? Он и не любил, он просто не он влюблен был. Я, да, у него были чувства очень сильные ко мне. Ну, это просто ссора. Знаешь, все резко вспыхнуло между нами, все очень быстро. И так же резко сейчас все увидишь. Да не, ну это просто ссора, вы помиритесь. Вы даете супер, ну, нереально крепкая пара с непоколебимыми чувствами, все у вас на картинке офигенно. На самом деле вы не общаетесь, вообще не говорите. Последнего 3 лет. Демид не скрывает, что они не общаются, не говорят, что у них вот только это, а у вас только секс. А у вас, оказывается, вы делаете вид, что как бы все хорошо. А? У них были проблемы, у них не было никакого общения. Это все смалчивалось, это все заглаживалось. Был образ идеальной пары, которая крепкая, непобедимая. И всего лишь Кирилл, который был здесь 2 дня, смог ее вот так вот разрушить. Я не знаю, что правда. Я правда, что я в тупике. Я вот не понимаю даже. Нет, я еще что, не могу осознать, нет. Что вот такое вообще происходит сейчас.
особого. Давайте читать. Ну, аккуратно, каждая копеечка, дорогая. Каждая монета. 40, 60, 80, 100, 250. Набралась немалая сумма, 530 песо. Это в переводе 53 американских доллара. 53 доллара всего за час. Может, мы жить так будем? Мы шли вдоль различных магазинов, которые пестрили всякими вещами, но там были и футболки, и какие-то платья, и еще что-то, и какие-то сувениры. Но нам хотелось сделать такой подарок, который действительно Жанна у нее везет из Мексики и оценит его по достоинству. У вас сережки? Она любит всякие сережки. Нет. Стол, смотрите, здесь сережки. Блин, реально, вот такие сережки подарить пёрышки. Пёрышки же модно, тёмно. Да. У меня идея, реально. Давайте купим что-нибудь. Шкатулку можно подарить какую-нибудь. Ты что, индийскую? Да. Потому что шкатулка, она как бы, она ей будет пользоваться. И я говорю, шкатулка, шкатулка. Да, украшения. Это подарок будет тогда от тебя, а не от нас. Мы взяли шкатулку, а потом сережки же мальчики так стояли, тупо смотрели на эти сережки. Что мальчики это ничего не понимают. Эти сережки выбирала я. Диана, мы нашли тебя! Это ты? Алло. О, привет, Жан. Все отлично, вот около бассейна, все вместе купаемся. Ух ты, ничего себе, будет маскарад, круто. До вечера, пока-пока. Маскарад, уху. Эй! Амигосы и сеньоросы. Что случилось, улыбаешься, идешь? Да вообще классно, прикинь, сейчас звонила Жанна. В общем, спрашивает, где все. Ты не сказал? Я сказал, что они около бассейна, в общем. Что, типа, мы все купаемся. Здесь все купаемся, да. Но это не главная новость, в общем. Сегодня будет вечером. Маскарад. Mm-hmm. Да. И нам принесут скоро реквизит, мы сами себе будем делать костюмы. Будет круто, я думаю. А маскарад это что, когда... Это все, когда маски одевают, костюмы. И то лица не видно, и по идее никто не должен догадаться ху из ху. Да, и... точно. Ну, дискотека будет иметь. Да, и дискотека, и она сегодня должна прийти. Кем же я сегодня буду? Она сказала, увидимся. Ну, наверное, принцессой. Принцессой? Че? Здесь будешь? Да, я здесь. А что, это свободное место же было? Ну да, там Янка как бы там. Ну, хочешь, намойся? Рассказывайте, как съездили. Круто. Ну, круто съездили, мы круто. Набрали 530 песо. Да. Че купили? Купили шкатулку и сережки. Красавчики! Диме, где Настя? Откуда я знаю? С Кириллом, наверное? Ну что, в принципе, все вместе, все здесь. Диана, в принципе, в курсе. Но Кирилл, черт с ним. Мы больше не пара с Настей. Прикинь, мы офигели. Легко? Я говорю, мы больше прикол, с Настей не пара, у нас нет никаких отношений. Это не прикол. Ты серьезно. А ты не понимаешь, почему он там сидит? Не надо на меня, Дими, так смотреть. Это не потому, что я переночевал с Дианой. Ты его влюбил там. Изменил. Просто вот так вот. Тимур. Если какие-нибудь вопросы, я готов ответить. Два вопроса. Вернее, два слова от тебя жду. Жду от Тимура. Проигрыш прям. Ништяна, никак. Став пытался просто изменить человека. Ему это просто тупо надоело. Ну все, пришел какой-то пик, и он просто уже не может, да, то есть реально уже все, то есть стоп. И больше ничего не будет, я почему-то в этом уверен. Так это однозначно уже, то есть 100%? А Настя в курсе? Что? Да. И вот все. А что, опять поменялись? Теперь можешь сесть на мое место. Далее, пожалуйста. Я здесь не играю, и были какие-то мысли в голове, там, единственная пара, там, с первого дня, нужно остаться до конца проекта. Да ни хрена подобного. Я здесь никому ничем не обязан, и я здесь живу. Я здесь не играю, я здесь не игрок. Если у меня нет чувств, я не могу ходить притворяться. К сожалению,
то, что я там полюбил тебя, это все правда. И я думаю, что это все можно вернуть, все как-то восстановить, разобраться, правда. Ты не последний человек у меня здесь. Если у меня нет силы, я желаю. Я думаю, что если действительно судьба, то я верну этого человека, или он сам вернется. Может, его действительно переклинит когда-нибудь, и он поймет, что я действительно та белокурая девушка, которую он искал здесь. С кем ты теперь будешь? Я? Не знаю, время. Ты не заморачивайся. Давай, не грусти, оставайся здесь. Мне действительно нелегко, но никаких чувств у меня к этому человеку нет. Мне не просто пустой стороны, что я создал какую-то сказку, да, и она закончилась. Но это жизнь, это абсолютно нормальная ситуация. Не могу взять и оборвать все в один прекрасный момент. Для меня это очень тяжело. Но как бы все равно у меня в груди, там в сердце надежда, что еще все можно вернуть. Все можно изменить. Что за новости я тут узнаю? Что случилось? Нам грим, все, я не верю в любовь опять. Я верю в любовь. Жесть, ты веришь в любовь? Что случилось? Мне сказали новости. У нас больше нет пары. Нету. Почему? Офигеть. Потому что мне стало печально и грустно. Жесть просто. Что она больше, что она с тобой не, сегодня не спала? Да нет, причем если это история очень недавняя уже. И как раз последние, наверное, недели две. А почему последние две? Недели две это очень много. Ты устала от чего? От женского внимания? Через... Нет. От чего? От недопонимания. В чем это выражается? Во всем. В ее иногда капризах? Поведение. Нет, если бы это капризы были какие-то. Нет, это не капризно. Она не поддерживает меня в каких-то... Я вижу в ней себя. И я больше дальше не могу ничего сделать. И я не хочу здесь составлять пару, которая будет якобы там с первого дня и дошла. Я не хочу играть. Я здесь не играю, я здесь живу. Я подумала, может, ты к Кирюхе приревновал? Нет, да Кирилл, причем здесь Кирилл, вообще отношение к... Он стал там каким-то там, знаешь, детонатором. Нет, он никаким детонатором абсолютно не стал. Ну, на оракуле опять вот эта вот ручка за ручку, вот эта вот моя любимая. Ну, у нас же были отношения. Она хороший человек, правда, мне с ней было очень хорошо. И я, правда, был влюблен, но... То есть у тебя за один день так? Я был влюблен три недели назад, не один день. А две недели назад? Мы с тобой назад. Общаемся не каждый день. Я не каждый день рассказываю, там, что со мной происходит абсолютно всем. Это реально было так. Последние две недели все было на грани. Я пытался там что-то сделать. Она мне говорила, что я мало уделяю ей внимания. Я уделял конечно, ей внимание ровно столько. Она такая вся еще маленькая, еще фарфоровая куколка. Ее нужно... Будет. И секс в отношениях... надоел, да, уже? Что? И секс надоел уже. Да не хочется секса уже, честно. Устал? Че? Устал? Нет,
типа, не знаю, правда, я ничего не устал, и мне действительно, у меня как будто свалился какой-то груз с плеч. Нет, я могу, он просто никогда никого не любил. Я вот? Никогда никого не Ты любил. Ты никогда не любил никогда никого? Не любил. Он ладно, никогда никого не любил, а нет. Вот когда, я говорю, а вот когда тебе станет действительно не все равно, ах, как будет больно. Ой, голубые глаза. Ты не понимаешь, как будет твое сердце когда-нибудь разорвано. Я... А кто-то пришел в костюме жены? Умею. Ну, вообще, мне всегда так казалось, что я умею танцевать вальс. Тогда мне стоит пригласить тебя на вальс. Тогда наш бал, я считаю, открытым. Вместе начнем. И... Это неправда. А, извини. Свои правы. У меня здесь левые. Ой, ты меня так трогаешь, я волнуюсь. Ничего, все в порядке. Спокойно. И... А теперь другая. О, я знаю. Упс. Теперь это. Мама, ко мне прижимается, прижимается живой мужчина. Нет, ну что, друзья? А теперь самое... Время представить вам таинственную незнакомку. Незнакомка, заходи. Я Снежана, мне 23 года. Я из города Новосибирска. Я симпатичная, по-моему. Клевая такая, серьезная. Целеустремленная и знаю, что хочу от этой жизни. Я объявляю белый танец. Выбирай первое. О, ничего себе. Ребят, я зовут Снежана. Снежана? По внешности Снежана нормальная девчонка, всем плотная вроде, да? Ну, в любом случае, когда приглашает мужчину на танец женщина, то есть и всех других. Естественно, это приятно, как бы, да, мне это не польстило. Ну что же, дорогие мои, время снимать маски. Привет, Снежана! Привет. Надеюсь, Снежана, что... Снежана негадана! Ты только что придумал? Снежана негадана! Облекли мы с собой! Ну что же, а теперь шампанское! Когда она была в маске, было какое-то такое, ну, реально птеродактиль в красном платье. Потом она сняла эту маску, то есть этот начес. Эльвира, повелительница тьмы, фильм просто один в один. Когда пришла новая девушка, понятное дело, я такая думаю, черт, как я одета, думаю, блин. А потом, с другой стороны, подумала, что ну, будь что будет. Ну, вот если ставить ей оценку, да, там, по 10-бальной шкале, то это, наверное, 5 баллов. То есть это факабельно. Да, это можно трахнуть, но не шик, не шик. Мне кажется, что она, конечно, немного жук, да? Это уже устоявшийся такой сленг наш местный, да? Посмотрим. Интересно, что, как она себя проявит. Нет моего багажа, да? Нет багажа? Да, снижали. Может, шорты, майку что-нибудь такое? А вот, кстати, я не откажусь, ребят, пойдем. Правда. У меня большие. Класс! Я тоже люблю мужскую одежду. А у него маленький уже, подумай, да? Смотри, с плеткой ты пошел. Слушай, кто может оставить? Следующий пошел. Пригодится. Ты ж верни-то нам ее, а? Жанна, ты там не-не. Мне все равно, мне просто дико жарко. Или поменьше, побольше? Или поменьше, конечно, я тоже маленькая. Я тоже маленькая. А да, у меня маленькая. Маленькая. Да, сейчас маечку тебе дам. Огромное спасибо. А как тебя зовут? Кирилл зовут. Хочешь, приятно. Да. А ты Снежана, да, если не ошибаюсь? Я Снежана. Откуда? А подожди меня, пожалуйста, я из Новосибирска. У-у-у, далеко. Да? А ты откуда? Из Нижнего Новгорода. У-у-у, далеко. Давай, жду. Окей, я быстро. Майку посмотри, могу другую дать. Ну, если есть, то да. Розовую, да? Можно розовую дать. Давай розовую. Давай попробуем с розовой.
Ты там, ну, открывай дверь, нет еще? Подожди секунду, сейчас я одену шорты. Я выхожу. Что это у тебя? Ух ты. Ну, видишь, красиво как. А у тебя жука. Есть шлепки? Да. Дай, пожалуйста, да. Шлепки, потому что конечно. В таком виде и на каблуках как-то очень неудобно. Нет, очень сексуально, конечно, но неудобно. Ой, я смотрю, у вас такая пара прям, да? Вы давно вместе? Сегодня второй день. Да ладно? Я разбил пару. Я вообще как бы один, вот, у них нереальные пары, вот, которые короткостриженные. Они с первого дня встречаются. Я еще на самом деле не успела. Ну, там, видишь, став. Нормально? О, да, прекрасно. Я вот. Осталась? Да, 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 да. И вот они типа расстались. А тебя так же приняли, как меня, или нет? Или мне показалось, что меня плохо? Не, меня здесь вообще ненавидят. Да? Да. А Кирилл безумно понравился. Мужественный парень. Я думаю, что именно такие должны быть настоящие мужчины. И ждал? Ждал новую девочку. Посмотрим. Вот она я. Явление Христа народу. А чем вообще занимаешься просто? Работаешь? Я красоты банка. И шоу-рум. Да, у меня банальный вопрос. Да, ну, так, пойдем. У меня так нет вот. Вопросов. Да, давайте, что хочешь, это ты. Ух ты, Демид какой, а. Я все а настолько вижу. Неинтересно. Я все вижу. Да ладно. Да. А что, неинтересно-то? Кто тебе понравился из парней? Не трогай его. Не важно. Послушай. Тихо. Чисто визуально, Сижан. Кто тебе понравился больше? Внешне. Внешне, да. Внешне я выделяю трех парней. Кирилл, Став, и Тимур. Став видный парень. Я не удивлюсь, если какая-нибудь Снежана или еще кто-нибудь девушка будет с ним. Я вообще не удивлюсь. Будет, может быть, обидно, но я буду стараться не показывать, что мне больно и обидно. Все, мои дорогие, да, с наступающим. Я завтра приду, будете меня. Устал от этого всего, и я не хочу человека перевоспитывать, и какое-то чувство ревности меня здесь никто не вызовет, даже если Кирилл себе выебет, мне вообще похуй, реально. У меня здесь есть симпатия к одной такой девушке. Женя? Ты узнаешь. Может быть, и неправильно, и тебе нужно там назло с какой-то стороны. Демид. А что такое? Что я сказал про Габи? Я думаю, что мы можем втроем поговорить, если вы хотите. Короче, я живу теперь с милой Дианой. И кто сказал, что человек сатане не пара?